Теперь мы высадились на побережье у Марселя. Мы на автобусе. Потому что пешком тут ничего не посмотришь, конечно. Конечно, это самое лучшее, но время просто нету. И нас коротко выпустили сделать фотки, поснимать. Вот здесь я вам покажу. Вот это тюрьма графа Монте-Кристо, где он сидел. Вот это самая тюрьма. А здесь попробую показать маленький ресторанчик, где самый дорогой суп в мире. 60 евро он стоит, блюдечко супа. Просто суп с рыбой. Где раньше жены рыбаков варили для своих мужей. Вот, где-то оно здесь. Вот оно здесь, ресторанчик самый дорогой. Очень хорошая погода. Замечательно. О, ветерок легкий. Красота, да и только. Вот что значит быть дилером в FFI. Что вы можете себе позволить и что увидеть. Ну вот, мы почти на самом верху Марселя. Откуда виден весь город. Но, конечно, мы пойдем сейчас еще выше. Там будет самая верхушка. Это знаменитая базилика Марселя. На самой верхней точке города. Это 200 ступенек. Давайте их преодолим. Вот это. Мы уже на самом верху. Вот здесь наша красавица базилика Марселя. Она была построена в 1214 году. Вот весь город видно вокруг. Со своими портами, пляжами, островами. Все можно видеть с этой базилики. Это внутри базилики.
На ладони. Кстати, Марсель – самый большой город Франции. Не по счету людей, конечно, но по территории. Вот это называется Лонг-Шато. Марсель. Какая красота.